Часто ли вы получаете удовольствие от увиденного, чтобы красотой своей оно затмило реальность? Вот мы это увидели дважды за зиму, да еще когда снимать-то было можно, не морозя камеру. То есть вот так нас встречал аквапарк. И вы не говорите, что у нас холодно. Да холодно. Да, ветра у нас дуют постоянно. Но вот вам такая краска в день, когда снега было много. К слову о том, что город-то меняется. Хоть это и город-металл, но посмотрите на чистый снег. Раньше такого было меньше, сейчас лучше. Тем более, когда мы говорим о набережной или Октябрьской. Две улицы от комбината. Но все равно красиво. Теперь вопрос то другой. Красивое и удачно расположенное здание, в котором есть все для вашего отдыха. Лучшего отдыха. Вы вроде должны знать, так знаете. А если нет, то добро пожаловать в YouTube. Там у меня много материалов об аквапарке. К слову о том, что я неоднократно вам рассказывал и показывал. Это изумительная еда. Это хороший и достаточно большой крытый аквапарк. Да еще и гостиница. К слову о качестве пребывания. Если честно, то таких мест в стране раз-два и обчелся, но не в Магнитогорске. К слову, об уровне. Уровень-то лучший. Все номера и это виды на места качественного отдыха. Туда, где движение минимальное, то есть тишина. Ну где в городских отелях это есть? Ну подумайте, а в Магнитогорске это есть. К слову, есть автобусы до всех мест отдыха, и до Банного, и до Абзакова. Можно не бегать, и привезут из аэропорта. Ну такого-то я не знаю. И это пока вы номера то смотрели, теперь про ценники. Абсолютно нормальные, абсолютно. Наконец, и даже думать-то не надо, когда есть все, 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 все вместе изумительным, которое вас радует еще одним зимним видом. Когда солнышко заиграло в ледяных скульптурах, созданных Богом. Здесь нет ничего чисто человеческого, потому что ведь выпал снег, и не было ветра, и погода была на радость нам. Когда в чистоте, ранее невиданной в городе металла, мы могли понять, что есть. Да нет 50-метрового бассейна, но есть то, что нужно городу. Место, где можно реально отдохнуть всей семьей. Реально и недорого перекусить, реально расслабиться, причем для всех, и для тех, кому от роду 6 месяцев, и для тех, кто постарше. В общем, перед тем, как скулить о том, что нет релакса, то я вам скажу, что он есть. Надо только внимательно посмотреть мою историю, которую я для вас рисую на своем канале.